Спасибо огромное. Я передаю слово Андрею Николаевичу Гребенникову и по работе нашей площадки, и так, я понимаю, по итогам. Спасибо. Спасибо большое. Отдельно хотел сказать, много сегодня звучало про, и спасибо большое, про, значит, вопросы, связанные с охотничьим хозяйством. Я скрывать не буду, тема для меня лично новая, хотя я возглавляю и недавно назначен на обобщенный департамент, но вместе с тем, на заметку я взял каждое предложение, мы уже договорились о том, что мы будем вот ломать ту систему там, закрытости или как то, что существовало ранее. Все решения необходимо, конечно, принимать после экспертного обсуждения и, значит, ломания копий, но только у нас там, на площадке нашей, но они должны быть выверены и не будоражить отрасли в ту или иную сторону. Что касается, и мы договорились уже в ближайшее время повстречаться и наметить план конкретных действий по решению тех вопросов, которые были сегодня озвучены. Что касается глобальной стратегии, я думаю, что, значит, мы оценим необходимость ее актуализации, поскольку она сегодняшний день есть до 2030 года, и даже есть план по ее реализации на уровне министерства, он утвержден. Он выполняется? Я думаю, что вот как раз хотел договорить, я думаю, что мы оценим необходимость ее актуализации, ревизии по результатам того, вот как мы обсудим существующие проблемы и сделаем ревизию плана по ее реализации.